Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета по управлению Самрук-Казына, обсудили итоги пандемии для фонда и наметили планы на будущее по некоторым инвестиционным проектам. В целом Ельбас дал положительную оценку Самрук-Казына по работе над последствиями коронакризиса. Председатель правления фонда благосостояния Алмасадам Саткалиев в свою очередь добавил, что работа еще продолжается, обозначив акценты, где она будет усилена. Все вы работаете в своей отрасли, ищите новые подходы. Главная задача – войти в 30 самых развитых стран мира к 50-му году должно стоять как ориентир. Каждая отрасль должна двигаться в этом направлении. И тогда мы страну двинем вперед. Не допущено массового сокращения производственного персонала в период пандемии. В целом мы видим, что финансовые показатели наших компаний улучшаются, идет восстановление. После кризисного 2020 года растут цены на нефть, на уран, растет потребление электроэнергии, объемы транзитных перевозок, большими темпами развивается рынок телекоммуникационных услуг.